Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем с вами дайлайтить. Сегодня у нас, там, не знаю, какой выпуск. В общем, будем продолжать делать квесты. Скорее всего, дополнительные. Вроде дополнительные у нас остались. А там, ну, в общем, по ходу дела разберемся. Надо сперва посмотреть, что мы вчера тут закончили. Так, найти бинокль они хотят. Хотят, просят меня, чтобы я нашел бинокль. Так, здесь есть какие-то задания, да? Ночные травы. Давай, соберем сейчас все допки. Ядовитые травы какие-то надо там найти. Все, закончились. Так, а в какую сторону у нас это? Куда бежать-то надо вообще? А, бинокль, он же это... он же не обозначается, где. Так, давай, братья и сестры, это сюжетное задание. Встретиться с Джейд в вагоне. Это сюжетка. Сейчас побочки поделаем, короче, это. Вот, прожекторы. Ночью надо отправиться. Я уже там отправлялся, какие-то собирал там эти, черта. Найдите книгу садовода для Халика. Давай мы вот эту вот книгу поищем. Поищем книгу. Так, ты где? Вот здесь, да? Ну, давай вот 466 метров. Вот давай за книженькой избегаем. Так, только вот тут... Нет, скорее всего, надо вот здесь бежать. Скорее всего, надо здесь бежать. Ультрафиолетовый фонарик. Сила. У меня сейчас скоро уже уровень силы должен апнуться. Надо в жбан кому-то дать, и сила апнется. Так, а здесь этого спуска нету по тросам? По-моему, где-то... Ух ты ж... Так, ну-ка, знаешь, что сделаем? Вот это мы сделаем. Фах. Ах ты, падла. Вот так вот. Все, вот и все. И силу апнули, да? Так, давай силу качнем. Силушка. Так, это что такое? Концентрация. Нанесение одному и тому же врагу нескольких последовательных ударов усиливает вас с каждой атакой. Помогает при сражении с громилами, разрушителями, другими особыми врагами. Так, давай возьмем. Потому что я знаю, что ждет впереди. С кем бой, поэтому возьмем эту штуку. Хотя я, правда, еще там до сюжетки, черт его знает сколько. Каждую мусорку обшарим, конечно. Так. Где-то это, блядь. Что такое? Что-то ты чё к чему заговорил? Чё тут где-то это? Спасти кого-то надо. А подожди, а что здесь такое? Там, то есть... Да на нахер тебе, на. Мне ж ничего жалко, что ли. Слушай, а здесь оказывается вот эти штуки, где доски хлипкие-то, их можно это... Вышибать. Вышибать их можно. Я тут всех обыскал. Че, я вас убивал, что ли, зря? Чтоб потом оставлять. А ты бьёб, ты напугала меня, сволочь. Ты чё так это? Подруга. Сука, живучая-то какая, смотри. Может тебе так въебать? На. Твою ж дивизию. Вот это живучая она. Так, что здесь такое? Ну вот, я здесь, и чё? Чё это за здание, что за... Давай. Он мне показывает, что надо вниз.
Ну ладно, вниз и чё? Здесь не обойти. Теперь показывает, что вверх надо. Ну. Ебать, он то вниз, то вверх показывает. Вот сейчас нормально. Только я не понимаю, что там. Это дом какой-то или что там? Что там такое? Здесь нету ничего. Снизу зайти. Где? Дверь. Закрыта, закрыта. Что-то я это... Я не понимаю, малость. Ё-моё, что еще разбился, да? Давай подлечимся. Так, а что здесь это? Тут вроде ничего. Слышь, ты аккуратней. Смотри, куда падаешь. Так, здесь есть какой-то человек. Здесь есть какой-то... А, он показывает, что человек где-то ниже находится. Тут одни нелюди какие-то ходят. Оп, сюда. Ты что там стоишь? Чудо в маске. Эй, что ты тут ищешь? Жгут или что-то вроде? Как только Рейс доберется сюда, жгуты окажутся в большом дефиците. Любимое занятие Раиса и его молодчиков. Я об ампутациях. Раис от них кайф ловит. Спросишь, откуда я это знаю? Он изверг, 3 недели держал меня в заперти. Я такого насмотрелся. Иногда он словно экспериментировал. Но чем не лучше всего сделать мачете топором, дробовиком? А, чем это лучше всего сделать? Мачете топором, дробовиком. Черт, одному из своих людей он отнял ногу по колено. А потом велел Тахиру засечь время, как скоро бедняга истечет кровью. При этом действенная стратегия. Когда убиваешь врага, ты избиваешь от одного врага. Когда ты не только выводишь его из строя, но вынуждаешь, по крайней мере, еще двоих заботиться о нем. 3 по цене одного. Думаю, один способен приносить дивиденды в подходящих обстоятельствах. Да ты просто источаешь оптимизм. Все? То есть мне надо было с вот с этим поговорить, чтобы он там мне там про садизм рассказал, да, то есть. Так, идите нахер. Овощи. Блин, да что ты такой-то это? Смысл всех этих твоих? Если ты, блядь, подпрыгнуть не можешь. Ох ты. Опа, обманул. О, по-моему, это ремонт не использовался, да? То есть 2 как было, так и осталось 2. Так, сколько еще? 224 метра. Блин, тут... Где-то здоровяк там бушует. Оп-оп-оп-оп. А ты так не можешь, а ты так не можешь. Так. Тут откуда упал-то там?
свалился такой. Ух ты. Сколько там? Маленько осталось. Сейчас добежим уже. А, там же надо это. Книгу какую-то отыскать, да? Книга там. Что-то для чайников. Садовод. Садоводство для чайников. Ох. В какахе свалился. Я уже почти возле дома. Почти возле дома. А вот и дом. Дом, милый дом. Хер-то там, да? Еще надо вход найти в этот дом. Чуть-чуть через крышу, что ли, да, где-то? О! Помойка. Так, ну тут... Скорее всего... Блин, присядь. Скорее всего, где-то здесь надо заходить. Так, здесь хода нет. Так, что здесь? Отсюда вход. Еще марля. Пусто. О, открыто. Чудненько. Жестянка. Эх. Так, а что там? Тварина какая-то здесь звуки издавала или что? Или мне показалось? Мишка. Мишка, Мишка. Как там? Где твоя улыбка? Так, подняты очки. Ладно, очки нашли. Очки нашли. Так, а здесь что-то показалось, что что-то можно было взять. Он сказал на стеллаже. Он сказал на стеллаже. Вот эта книга. Что посеешь, что и пожнешь. Что-то я нашел. Ну сколько книг-то тут? Поднята книга, поднята книга. Так, статуэтка, фигурка зомби. Слушай, фаворская диета. Сколько книг-то тут? Да пофиг, давай все. Большая книга Deathmata. Инструкция к DVD-плееру. Еще какая-то херня. Как снять тёлку за 5 минут. Как снять тёлку? Еще бы это. Как отклеиться, отделаться от нее за 5 минут. Книжку бы написали. Так, принесите. Ты чё, дура? Закройся, нахуй. Так, мне сейчас надо тогда задание посмотреть. Так, та-та-та-та-та. Благовоние. Полный газ. Так, карта, где ты тут? Вот. Здесь недалеко, да? Ага. Ну. Давай сюда и... А здесь что такое? Дарок и... Сюда давай. Полный газ. Полный газ, полный тормоз. Оп, топим.
Это Крым, ты меня слышишь? Толга. Кто это? Толга. Это Толга. И Фатин. Сотрудники мистера Дала. У нас есть для тебя поручение. Давай, иду сюда бегом и марш. Это грубо, Толга. Нельзя так разговаривать. Заткнись, Фатин. Выключи радио. Ты его разозлишь, ты придурок. Заткнись, а то я тебе стукну. Ты меня стукнешь? Я тебя убью. Это нечто волшебное. Точно там. Биба и Боба. Два долбоеба. Так, чё здесь? Ты чё, берега попутал? Я у тебя в долгу, конечно. Давай, барыг. Бабки, давай. Так, чё у нас тут? Найдите крепость Джафара за станцией. За какой станцией? Сваливай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, я нашел крепость Джафара за станцией. И что мне теперь нужно? Толга, мы тебя ждем. Да завали ты. Да шевелись, мы выбиваемся из графика. Мне вообще похер на ваш график. А, Джефф, вот он. Это башня Форта Джефферса. Называй меня Командор Джефф. Я здесь главный. Тебе ясно? Не Брекин, не Раис. Это Джеффервиль. Или Джеффленд. Или Джефф Таун. Ну, Джефф Сити. Слушай, Джефф. Командор Джефф, у нас авария. Во всем городе нет газа. А, ага. Это да, это я. Ты перекрыл газ? Установка стены апокалипсиса в форте Джефферсон потребовала перерыва в газоснабжении. Но я уже закончил, так что можешь включать. Я думал, это твоя обязанность. Никак нет. Я не могу покинуть командный пост. Надо отправить кого-то попроще. Конечно. Командор, я вызываюсь добровольцем. Отлично, солдат. Как бы тебя там ни звали, жаль тебя терять. Ну теперь открой секторальные вентили, главный распределительный вентиль. Потом возвращайся сюда, я уже сам открою главный питающий вентиль. Эй, если тебя убьют, ты станешь первым гражданским, который увидит стену апокалипсиса. Круто. Если тебя убьют, ты первый увидишь. Что-то логика... Логика отсутствует, конечно. Если тебя убьют, то ты первый увидишь. Как я ее увижу или откуда я ее вижу? Так, 88. Погнали сперва сюда. Сперва сюда. Так, что тут где-то... Ох ты! Ах ты ж падла! Там вот этот мудень. Да чтоб вас на... Вы чё, гады? Эй, я... Я на такое не подписывался, идите нахрен. А, этого мудня убить надо. А, так он и умер. А чё вас так много здесь? Эй, ты чё, не умер? Я думал, я тебя завалил. Стой, 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 стой. Да, иди нахер. Падла. Оп. Ну, давай. Опа. Давай, 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 давай. Давай, ёптать. Все, ты, надеюсь, открыл ее. На, нахрен. Обычная стрела, надо забрать. Так, это все. 183, 136, 135. Опа. Как офигенно вам башки-то сносить.
О, шустрик, 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 шустрик. Опа. Шустрик. Шустрик обыкновенный. Отвалите. Так, там самолет, самолет. Самолет, груз. Надеюсь, я быстрее этих Раиса людей прибегу. Да, быстрее, окей. Вот сколько собираю, еще ни разу антизин не выпал. О, конопля. Не помню, зачем ты нужна, но зачем-то ты нужна. Может, потом пригодишься. Как бы ты веса не имеешь, инвентарь особо не занимаешь, поэтому можно. Ага. Бомбардир херов. Так, 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 так. А здесь что еще, здоровяк, что ли, вот этот? Охренеть. Подожди, как мне с этим? Так, а где этот пердун стоит? Что-то кряхтит, кряхтит. Где? Че ты? Да ёпрасота. Где кряхтелка-то это? Этого-то я сейчас это с лука расстреляю и все. Как бы вообще пофигу. Слабенький ты оказался, дядя. Слабенький. Так, а теперь как туда пробраться? Так, подожди, тут сюда. Здесь нету прохода. Ну. То есть это, я что-то не понял, а это, блин, ну как, вот тут вот эти везде. Ну. А, вон эта тварь. Блюющаяся. Жаба или как там тебя называют? Подожди. Прям стрелу ему воткнул в жбан. Не, я так не согласен. Подожди, да стой ты, ёптать. Завалили. Ну, я жабу-то. Я что-то понять не могу. Как? Ёпта. Да где вход-то? Стой, тут есть дырка какая-то, лаз какой-то. Как за это туда-то пробраться? Колючка везде. Что туда только
Сверху запрыгивать, что ли? Или как? Я что-то не понял. Что-то туплю, блин. Ну, давай попробуем. Просто отсюда, если прыгнешь, то, скорее всего, башку себе сломаешь. А, там же вон это. Ой, ты полудурок-то, блин. Вот и все, вот так надо было. Все. Да. Так, все, давай сейчас. Сейчас еще одну осталось. Вон туда прыгаем. Оп. Хоп. Черт. Получил по мордасам. Опа-па. Безопасная зона. Так, подожди. Здесь у нас... Так, тут... А, ну тут, по-моему, не это, не перекрыто, да? Тут, по-моему, можно проскочить. Где? Где мой друган? Громкоголосый. Проскочить-то можно, а... Только куда? Ты, по-моему, не туда побежал, да? Вообще не туда. Вообще не туда побежал. Подожди, может где-то здесь вход. Понятно. Фонарик бы не включил бы, сейчас носился бы там еще. Вокруг да около бы там бегал. Искал бы. Чё? На. На. Чё, все стоишь? На. Подруга. Мне кажется, ты попутала. Ты чё такая мощная? Чё ты там? Так, и 157 метров. Опа. Нарвался. Нарвался. Так, фонарь выключи. Так, надо ловкость. Сейчас просто газ включить. Уже же вечереет, да? Время 6-7 вечера. А до этого моста, скорее всего, я не успею. А, ну хотя я... Почему я не успею? Это я как раз по темноте и прибегу туда. Так, опять там эта хрень стоит. Давай на Верочку вторую заспиньюрим ей. И все. И что? Так, ну.
Так, что мне теперь? А я хотя сейчас, наверное, здесь, а я провожусь долго. Так, тут центральный вентиль какой-то. Где-то, где? Ух ты! Там друган меня вон ждет. Так, к другану там где-то есть проход. К другану есть проход где-то. Вот здесь. А, вот сюда. Так, приготовим. Орудие массового поражения. Давай. Прямо отсюда и начнем. Раз. В смысле? Дружище, а ты чё сдох-то так быстро? С одного выстрела в башню. Вот это лук. О, блядь. Сейчас кто-то пизданет. Покиньте зону взрыва. Достаньте до... Все? Я открыл местный вентиль и распределительный. Ага. А балластные линии забыл? С чего? Метан мне в кишки. Я все тебе должен объяснять? Да. Разве не ясно, что ты должен был закрыть все вентили на синей линии, чтобы сбалансировать давление? И побыстрее, а то трубы сейчас выпускают больше газа, чем бабушка на Рождество. Бабушка на Рождество, шутник, сука. Так, синяя линия, синяя линия. Ну давай. Ёб твою мать. Так, по синей ветке где-то закрывать. Надо вентили. А чё за... Так, а где вентиль-то? Вот этот? Падла, как... какие вентили закрывать-то надо? Задолбали. Какой этот? А, подожди, наверное, вот этот, да? Вот это. Давай, закрывай. Блин, у меня... Так. У-у-у! Закрыл, называется, ё-моё. Так, давай сюда. Так, закрыл. Все или что? Закройте вентили синей линии. Так, и где-то еще открытый, да? Вон там, что ли, где-то? Получилось, теперь пули сюда. Добро, командор, сынок, это тебе не флот. Выпей кофе и протрезвей.
Вернитесь к Джеффу. Ну, погнали. Вернемся к Джеффу. Командору Джеффу. Лишайник, сколько до этого командора полудурочного бежать? Джефф, сейчас какую-то он мне там адскую стену пламени покажет. Или адскую... Короче, какую-то хрень сейчас мне там покажет. О-о-о. Так. Отвалите. Что вы пристали-то ко мне? Вам что, кус... Охренеть, блин. Чуть, сука, не сожрали. Так, аптечек надо сделать. Надо сделать аптечек. Сделать аптечки, аптечки, аптечки. Давай, раз. Два. Шесть аптечек пока сделаем. Пока шесть аптечек сделаем. Все уже, блин, сильно стемнело. Я, наверное, до моста. До моста рисково будет бежать просто. Отлично, солдат. Я открою питающий клапан, а ты приготовь глаза к празднику контролируемого пировзрыва. Мне лучше идти в сторонку. Как хочешь, у тебя 10 секунд. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Зажигание. И... Узрите сатанинский ад, стены апокалипсиса. Так, ну-ка. А, я в безопасной зоне нахожусь, так бы сейчас... Что? Чё, блядь? Ой. Ну, боюсь, тебе придется все-таки найти ему замену. Огонь вообще, блядь, просто меня взорвал, мудила. Найди Толгу и Фатина. Да пошел ты, что-то я это. Так, прожекторы. Давай посмотрим, сколько до прожекторов бежать. Это Джейд... О, это в другом конце города, да? А тут Джейд в вагоне. И время у меня сейчас... Сейчас будет... Нет, прожекторы... Прожекторы пока нет, отпадают. Запасные очки, ядовитые травы. Ядовитые травы, где у нас находятся? Водоросли, водоросли, водоросли. Ядовитые травы. То есть вот здесь. Ну, я ночью за ними не пойду. Нахер надо. Я лучше сейчас посплю. Все. Я посплю. Аконит надо... А подожди, он... А он не ночью ли случайно этот аконит долбанный? А? Просто вот интересно, если он ночью, то тогда... Вообще прикол. Может, его там только ночью надо было собирать? Как раз удачно можно было бы сейчас пособирать аконита. Ух ты там. Давай, беги. Так, все, я здесь. А, и что? Ну, здесь же ядовитые травы у нас, да? Вот, показывает, что здесь, здесь. Здесь и туда куда-то там. А,
Что-то непонятно. Непонятно, саканит с ядовитыми. Так, ладно, раз непонятно, то не будем заморачиваться. Так, подожди, 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 подожди. Тут шустрики за мной увязались. Так, задание. Что на мух рыба клюет лучше, чем на сахар. Чтобы наловить больше рыбы, надо больше наживки. А лучшая наживка — это полночная невеста. Трава такая. Рыба клюет, что дурная. Траву как назвали? То, что она светится ночью, как невеста в свадебном платье. Но мне так говорили, сам-то я не женат. Если есть причины. Но я отвлекся. Растет в парке, искать ее надо ночью, иначе не увидишь. Я хорошо заплачу за 5 пучков. Но это не то. Толга и фатин, водоросли. Озеро утопленников, я делаю лекарства, награжу любого, кто принесет их мне. София. Так, давай попробуем вот это посмотреть, как далеко эти водоросли с озера утопленников. Это, наверное, вот здесь, да, озеро утопленников? Тоже далеко. Тоже далеко. Тоже далековато. Далековато. Так. Что еще есть? Бинокль, ты хрен пойми. Благовония. Найдите лаванду. Ну-ка, давай хоть посмотрим. Лаванда. Где лаванда? А, вот. Все в том районе. То есть, короче, если полететь за... А, ну... Подводный, лаванда. Короче, с Джейд. Где-то с Джейд надо встретиться. Вот здесь вот, да? Ну давай. Хули делать, побежали до Джейд. Просто тут... До нее ближе просто бежать, чем до этих. Всех там квест... сумасшедших там. Водоросли, Толга и Фатин. Давай встретимся с Джейд, посмотрим там, что она скажет. Послушаем, что ей там надо. В вагоне обязательно надо встретиться, понимаете? Сколько больше места нету, где встретиться, как в вагоне, да? Что-то все эти вагоны аж прям, знаете, это Far Cry New Dawn захотелось поиграть. Что-то аж прям Far Cry New Dawn. Тебе надо это увидеть. В школе что-то происходит. Люди Тахира таскают оттуда ящики уже несколько часов. Надо посмотреть поближе. Что в ящиках? Хороший вопрос. Если это антизин, то он нам нужен. А что, из вагона не видно было? О-о-о. Подъезжаем к передним воротам. Джей, ты куда, черт? Беги. Бах. Опа. Все. Тахир, гореть ему в аду. Черт, куда она подевалась?
Да мертвый он, мертвый. Пу-пу-пу. И чё? И что, я так и не понял. Сколько внутри бандитов? Я видел только тех, кто вошли с Сахиром. Там их наверняка больше. Надо зайти с разных входов. Так охватим больше пространства и будет меньше шума. Чё, я их обыскать не могу? О! Пиндец. Вот так меньше шума, да? Вот так шума меньше. Так, и чё? Подожди, надо тогда квест этот включить. Надо тогда включить этот квест, раз я уж сюда пошел. Давай. Опа. Получи. Все. С одного выстрела тебя я убил или нет? Блин, еще бы пистолет, знаешь, с этим бы. С глушителем бы. Во, вообще бы было отлично. Оп. Ай, блин, очки навыков использовать надо. Так, давай тут проверим все. Да ты дебил, вообще. Опять 3000 просрал. Ой, ты дебил. Ну, падла, там солнце слепило. Я уже когда замахнулся, только понял, что это этот... И что, бежать опять туда, что ли, надо? Давай хоть с этим побазарим. Может, успокоишься, объяснишь толком, что стряслось? Да, конечно. Сейчас попробуем успокоиться. Это поможет. Успокоиться, это решит все проблемы. Но сейчас я уйду, и у меня точно не будет проблем. Ладно, ладно, не уходи, я спокоен. Я спокоен. В общем, я делаю для Райса ракеты, верно? Как обычные сигналки. Нет, ультрафиолетовые ракеты. Ночные твари не выносят такие вспышки, потому что мои ракеты светятся ультрафиолетом. Типа все по науке. Понял, ультрафиолетовые ракеты, продолжай. Да как продолжай? Цинк нужен, чистый, а мой загрязнен. И скипидар кончился. Не то, чтобы это большой дефицит, но сейчас все большой дефицит. И когда люди Раиса придут за заказом, люди у Раиса, я думал, он нанимает только горилл психопатов. Что тебе нужно, чтобы изготовить? Только цинк и скипидар, остальное у меня есть. Но вот что паршиво, все, что мне нужно, есть на складе в железнодорожном депо. Только меня там угробят сразу. Удивительно, как тебя не угробили до сих пор. Очень смешно, ха-ха-ха. Может быть, я сумею добыть тебе все материалы, но когда половина твоих изделий моя? Половина? Ну нет, спятил? Или половина, или ничего, выбирай сам. Ладно, пусть половина. Ох ты ж, ладно. Так, а ты что здесь? Курт. Эй, ты искал паркурщика? Мы ищем того, кто согласится. Джафар ведет тебя в курс дела. Джафар еще меня там в какой-то курс дела должен вести. Ой, блин, и к этим придуркам попал. Фолга. В общем, познакомьтесь. Биба и Боба. Либо вот этот Биба, либо вот этот Боба. Давай. Толга и Фатин. Как ты догадался? Да кому интересно, что происходит в мозгу обезьяны? У него есть задание. Твоя правда, Толга? Помни, только простые слова, а то он зависнет. Нам нужно перевести кое-какое оборудование. Оно тяжелое, очень тяжелое. Тебе не поднять человекообразный. Мы перетащим его по воздуху. По проводам большого сечения. Отличная мысль, скажи. Это была моя идея. Нет, не твоя. Просто скажите, что вам нужно. Ну, крючья, ясное дело. А как еще мы подвесим оборудование на трос?
Ты найдешь их на складе в железнодорожном депо. А он знает, где это? Наверное, нет. В общем, найдешь, только поторопись. Этот проект важен, чем все, что в состоянии постичь твой мозг. И даже не пытайся понять, что это такое. Боже, не надо, а то доведешься до аневризмы. Так, найдите вход в школу, 140 метров. Чё? Дубль 2 давай в школу. Охренели. Надо было так лохануться-то. В принципе, если эти двое там Биба и Боба 2 долбоеба, то ты, блин, прям 2 в одном. С такой промашкой в школе. Да, блядь, вы, блядь, конспираторы херовы. На, ты нахер в башку. Так, чё у нас тут? Ага. Хер на руль. Так, давай мы... Чё здесь? Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше. Карабкайтесь быстрее, хорошо. Фу. А тут с этой стороны-то можно как-нибудь залезть? Так, эти... Ну-ка, давай попробуем. Очень трудно. Может, пистолет, какие-нибудь патроны, что-то такое будет здесь. Нет, не хотит. Блин, падла. Так. А, во. Нащупал вроде. Нормально. Давай посмотрим, что тут есть. Оружейные патроны, мясничий нож. Какую-то херню могу новую создать. Так, ну, это меня не радует. Так, самолет, самолет, самолет. Я что, не могу залезть и по этой трубе? Так, самолет. Блин, ну где ты, падла? Ага, груз упал. Где-то упал груз. Может, сбегаем, то сейчас потом в башню все вернемся, сдавать надо будет. Так, давай переглянем, где он. Ну, в принципе, недалеко. А, вон красный дым. В принципе, недалеко. Вот как вот тут квесты проходить, если постоянно этот самолет грузы возит и выбрасывает? А жадность-то, блин, не дает покоя жадность. Надо обязательно подбежать, собрать все. Просто наборы нормально, они там это... Прокачиваться именно хорошо. Ну все, пошли, вернемся в школу. Проберемся вовнутрь. И, наверное, на этом будем заканчивать. Вовнутрь школы проберемся. И на этом закончим. Вот отсюда... Что ты меня пугаешь-то, блин, я ж это... Аж дернулся. Думаю, что за дичь такая. Так. Так, нам надо... Иди сюда. Чё, ну давай помахаемся. Ё-моё. Хреновый из тебя боец. Так, там еще жаба. Все? Ты сдох? Ну, если сдох, то хорошо. Фу, блядь. Да чтоб вас тут так много-то, блин. Thank you.
Пипец, блин. Так. Где вход? Где вход-то? А вон, бегут. Друзья бегут. Ну чё, друганы? Давай. Один отлетел. Второй отлетел. Отлетело. Все. Все. Больше нету желающих. Блин, интересно, там вот это. Вторая часть. Я уже жду, жду не дождусь, когда вторая часть Daylight выйдет. Просто там... Я смотрел там превьюшку. Так, вот, по-моему, сюда, да? Падла, блин, заминировано все вокруг. Закрываем. Все вокруг заминировано. Так, вошли мы в школу. Войдите в школу. Так, вопрос. Вопрос в том, сколько у меня времени займет прохождение школы. Вот в чем вопрос. Давай вовнутрь зайдем. А, удерживать надо. Видел Тахира в школе. Он и его люди вытаскивали наружу кучу всякого добра. Что они задумали? Хуже того, они казнили нескольких гражданских, хладнокровные убийцы. Теперь мне нужно как-то проникнуть внутрь и надеяться, что там есть антизин. Ну, давай проникнем внутрь с надеждой, что здесь есть антизин. Так, Джейд, я внутри. Проверь классы, они лучше всего подходят для хранения припасов. Они должны быть как-то обозначены. Военные изъясняются прямо, так что будет нас... будет несложно понять. Так, я не понял. Что надо сделать? Найти антизина. Просто найти антизина надо. Да как два пальца. Сейчас мы тут сразу найдем антизин. И... Так. Как тут? Или куда тут? Или где тут? Что звуки какие-то там? Скелеты. Так, тут нету антизина? Нет, тут антизина нет. Там-пам-пам. Здесь тоже нету антизина. Здесь антизина нет. Здесь рыбы нет. Да? Кто это говорит? Директор стадиона. Шевелите задами, подонки. Мы целый день убили на эту хрень. Ночевать здесь я никому не советую. Кто-нибудь из вас, кретинов, додумался проверить подвал? Конечно нет, потому что ключ тут. Соберите мозги в кучу. Какой ключ? Хрен-то там, да? Как говорится, хрен там там ночевал. Так, тут беда. Так, тут не пройти. Так, ну что тогда сюда? А где проход? Сюда? Бухлишка.
вопрос интересный. Здесь лук использовать или пистолет? Или просто этим гаечным ключом им бошки сносить? Хороший вопрос. Так. Здесь что? Отмычка пригодится. Что за... Кто поет? Кто поет? Певец. Певец. Или пивунья, да? Ты кто, мать твою? Эй, тут чужак. Ёп твою мать. Джет, выключи штуку, сейчас сбегутся окрестности. А где она включена? Где? Блять. Все, пистолет закончился. Где сигналка-то? Вы задолбали. А, вон она. Все. Так. Отдыхай, гуд. Вали нахрен. На нахрен. О, сука, ты живучая-то какая. Получи, подонок. Стрелы мои верни, гад. Надо тех аж пшмонать. Садовый серп. Опять какую-то херню могу создать. О, дубинка полицейского. Дубинка полицейского. Так, здесь что-нибудь есть полезное? В шкафу только если. Кабель. Чё за... Гвозди. Нормально, можно будет стрелы сделать, когда они закончатся. Ляг, отдохни. Ты устал. Пять стрел в тебя всадил. А где твое оружие? Еще одна полицейская дубинка. Так, а вот стрела еще одна. Промазал. Эй, вы что, от меня еще и убегать будете? Не, ну по одному-то я с вами, конечно, справлюсь.
О. А чё, все, я с этими расправился? Нормально, хоть. Хоть уже это. Одним гемором меньше. Помещение обыскать. А, инвентарь заполнен. Так, инвентарь, инвентарь. Что ж ты заполнился-то, инвентарь, так быстро? Так, это мы разбираем. Так, это мы разбираем. Это мы пока оставим. Садовый сыр поставим. Это разбираем. Все, это пока оставляем. Так, давай обыщем помещение тогда, раз уж предлагаете обыскать, давайте обыщем. Предмет новый могу создать. Ну, это то, что я ищу или нет? О, да. Пока не следа антизина. Похоже, придется поговорить о другом варианте. Правда, мне еще надо обыскать класс С. Подвал довольно большой. Найди ключи, встретимся внизу. Ключи надо найти. Так. Найдите ключи от подвала. Легко сказать, найти ключи от подвала. Где же они могут быть? А, во. Ну, нашел. Нашел, и это хорошо. Марля нужна. Бинты делать. Погнали в подвал тогда. Погнали в подвал. Так, я хоть правильно бегу-то? Или топографический кретинизм опять у тебя? Вроде правильно. Сюда. Так, подожди, давай. А, тут такой карты-то нету. Так, стоп, подожди, Б. Сюда. Так, это я вырубал сигналку здесь. Сюда шел. А сюда я шел через... Вот эту дверь, по-моему, я их тут открыл. Он такой завизжал. Эй, ты кто там? Помогите, там убивают. И все в таком духе. Фу, сука, надо это, смену оружия с колесика убрать. Чё-то меня это уже надоело мне это. Или просто все лишнее оружие надо это. Вернее, не оружие, а... Хорошо, что я хоть этому в бубен, блин, не дал. С испугу. Бля, лучше включить фонарик. Еще и уклоняешься? Хрена ты, Брюс Ли. Еще и уклоняется. Или как ты там? Джеки Чан? Нахрена я его, конечно, кручу? Но если крутится, что не покрутить-то?
Если крутится, почему бы не покрутить? А дверь можно закрыть? Ёб твою! Да ты дурила! Да пошли нахер! Все, ты, падла, взорвался. Не, меня накаляют вот эти вот гады. Ну и чё? Ты мне не поможешь? Конечно. Боже, Крейн, ты тупица. Можешь еще высунуть башку в коридор и орать. Мы здесь. Идите к нам. Да ладно, иногда можно действовать напрямую. Твою мать. Это же пластид, да? Бери все это добро и дуй в башню. Я разберусь. Не смеши меня, разберемся вдвоем. И рисковать взрывчаткой? Нет, иди, я справлюсь. Встретимся в башне. Обещай мне, что не пустишь Рахима к прыгунам. Что? Конечно, обещаю. Только иди же. Прикольно. Давай, следующий. Где еще? Все? Ну, с луком это легко. Это было легко с луком. Покиньте школу. Покинули школу. Черт, мы с Джейд искали антизин, а вместо этого нашли взрывчатку. Теперь надо убраться отсюда поскорее, пока Тахир не вернулся. Так, а тебя ж мне надо догнать. А ты чё, падла? А чё, уже стемнело, что ли? Подожди, пять... А, так... Не, ещё не стемнело, ещё... Не расцвело, вот так правильно будет сказать. Крейн, ты сказал, что нам надо будет поговорить, если мы не найдем антизин. Поговорим обязательно, но сейчас нужно разобраться с взрывчаткой. Джейд, хорошо, слушай. Я дам взрывчатку Саиду, а ты поговоришь с Рахимом. Проследи, чтобы он не полез в гнездо. Не волнуйся, да уж. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ну чё мы, давай. Постреляем. Пока двойная. Пока двойной опыт идет, чё б не пострелять, да? Нормально. Мне все равно надо где-то это. О, чё случилось? Ты чё так подлетела? Надо где-то рассвета все равно дождаться. Потому что если сейчас попадусь этим,
Все. Отлично. Все, я еще и ночной выживший. Тогда давай в башню вернемся. Вернемся в башню. Я уже... И в башне пока мы остановимся. Это я удачно нарвался на патруль. А чё у вас в сундуке-то, интересно? Чё у вас в сундуке? И почему к вам эти зомби не подходили? Всё, нарыл. Нашёл. Ради чего я вас тут убивал, интересно, посмотреть мне. Ради драгоценности, да? Ну, отлично. Драгоценности мне как раз и не хватает. Ох. Чё, сколько тут? Ещё 200 метров бежать. Ну, давай. Пробежимся, пройдемся. Ой. Кто-то двери выносит. Хочет со мной пообщаться, наверное, очень сильно. Да, да, я до башни добегу, потом очки буду распределять. А то здесь пока распределяешь, это башку открыть могут. Так, давай сдадим сейчас эти. А чё тут кто-то опять поговорить со мной хочет? Вот этот? Чё тебе хочет сказать? Эй, видишь, из того дома красный дым валит. Если его заметят люди Раиса, они туда непременно вломятся. Парня надо предупредить. Мы с тобой об этом общались. У меня сейчас так забот хватает, но я подумаю над этим. Что-то мне каждый раз будешь говорить, когда я в башню буду приходить, что там надо, что-то там это. Опа, нас сдали. 24 тысячи сразу дали. Господи, этого нам хватит на несколько дней. Так, давай-ка мы у тебя отожмем все, что можно. Так, что здесь? Да, надо этому сдать квест. Достал мои очки, книгу не забыл. Отлично. Боже, очки такие замусоленные. Что ты с ними делал? Ладно, проехали, неважно. Вот, возьми, в благодарность за беспокойство. От зомби я с ними убегал. От зомби я с ними убегал. Люди рассчитывают на твою помощь. Это так, не стой столбом, займись делом. Как вы задолбали каждый тут. Что-то командует каждый, что-то там. Не стой столбом. Со мной связала Джейд, она везет взрывчатку Саиду. Еще она просила меня поговорить с Рахимом о гнезде прыгунов. Она хочет убедиться, что он не полезет туда. Поговорите с Рахимом о гнезде. А это что? А, там вертолет какой-то. Пролетел. Так, продать. Полицейская дубинка. Что у нас тут? 62. Продать. 60. 57. Вообще. 64.
hard to decide, isn't it? Так, зачем мне садовый серп? Так, вот этот. Все. Сколько у тебя уже? 16 тысяч денег в голову. Че тут? Лук. Зачем мне этот лук? Если у меня есть золотой лук. Так, ну. Давай поговорим с Рахимом о гнезде. Я что, только в башню при... А. Еще выше надо подняться. Он что, на крыше сидит, что ли? А он все здесь сидит. Крейн, Сейд сказал, что вы нашли взрывчатку. Ну не прекрасно ли? Джейд отдала все ему. Сейд работал сапером. Он разбирается в этом. Да, нам повезло, хотя лучше бы нашел Лос-Антизин, честно говоря. Амар, мой друг, говорит, что Сейд правильно установит таймер, и у нас будет полно времени до взрыва. Мы успеем свалить. Никаких мы. То есть гнездо надо убрать, и сейчас это возможно. Но я это сделаю сам, без тебя. Но это мой план, а я его идеально исполню, обещаю. Но вот черт, спорить бесполезно, да? Ладно, я тебе скажу, когда Сейд закончит свою работу. Мы договорились? Типа того. Договорились? Да, договорились. Еще одно. Я опять видел странного мутанта доктора Зеро у себя. Надо рассказать ему. Нет, он в лазарете. Пошел к доктору Лени. Спасибо, мы еще поговорим. Так, ладно. Давай мы вкачаем... Выживалку. Так, чё выживалка? Бегун. Научить использовать трупы, чтобы скрывать свое присутствие от мутантов. Маскировка. Научить использовать электрические ограды и щит. Ну, давай вот эту вот маскировку используем. Чё тут в силе, чё можно есть еще? Так, прикончить лежачего врага, наступив ему на голову. Этот прием может избавиться от зараженных, штурмующих вашу платформу. Давай, выучим, да. Окей. Все, у меня нету неиспользованных очков навыка. Теперь мне нужно, чтобы он сохранение сделал. Или только после того, как я с этим пообщаюсь, он мне сохранится. Эй, док, есть минутка? А, Кейн. Кейн, да? Чем могу помочь? Крейн, помните, я говорил вам о странном мутанте? Он еще на меня посмотрел и слинял с огромной скоростью. Ну, так я увидел еще одного, и он сделал то же самое. Кажется, ваши коллеги говорили о чем-то таком. Они называли их бегунами. Отлично. Очевидно, они облюбовали определенные районы города и выходят только ночью. Как думаете, сможете помочь одного и принести мне образец тканей? Видите ли, у меня есть мысль на перспективу, конечно, что если они облюбовали те места, где я оставил приманку... Ладно, не будем сбегать наперед. Принесите мне образец. Только он нужен свежим, так что поторопитесь. А где точно искать этих тварей? Мне сказали, кладовщик знает, где они обитают. Все. Окей, все, кладовщик знает, где они обитают, игрушка сохранилась. На этом будем заканчивать. Продолжим с вами в следующем выпуске. Продолжим изучать просторы. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч, всем до завтра.